Здравствуйте. Сегодня вышел в свет очередной номер газеты «Наше время». Ну, если кто-то не знает коренного отличия бумажной версии газеты от интернет-издания, то оно заключается в следующем. Газета – это особый мир, полный событий. И когда ты читаешь бумажную версию, это во многом отличается от того, что ты читаешь в интернете. Главная тема нашего четвергового выпуска – это борьба с мусором. Вернее, попытка спасти планету от огромного количества отходов, которые появляются у нас ежедневно и ежечасно. Самое удивительное, что корреспонденты газеты побывали в очень многих территориях области. И должна вам сказать, в Чертковском районе, например, обгоняют Ростов по раздельному сбору мусора. Они смогли это наладить, несмотря на то, что это очень и очень далеко от центров цивилизации. Но там очень подошли к этому ответственно, и теперь у них порядок будет ослепительный. Тем более, что вырученные средства с данного пластика они направляют на посадку аптекарского огорода. Выращивают для жителей Черткова травы, лекарственные травы и ароматные чаи. Это будет интересно посмотреть. Охота за пластиком. Материал Натальи Нарсеевой читайте в номере. А вот как в Ростове организовать сдачу раздельного мусора? Научить сортировать его необходимо. Но если на огромный Ростов всего два пункта сдачи этого мусора, то, наверное, этого явно недостаточно. Поэтому мы и отстаем. Между тем, экологический конгресс, который прошел не так давно в Ростове с участием специалистов из Питера, Белгорода, говорит в своих выводах о том, что мы очень скоро можем захлебнуться в мусоре, которым сами себя одариваем. Прочитайте, пожалуйста, и посмотрите ссылочку на материалы конгресса. Там предлагаются разные методы работы со сбором мусора. Можно пользоваться ими по-разному. Смотрите, кого это заинтересует, вы можете последовать примеру наших питерских коллег. Например, у них малый бизнес занимается сдачей пластика и неплохо на этом живет. Ну и есть еще один момент, приятный, наверное. Ростовчане получили признание на форуме «Гражданская инициатива» как раз за проект, который предполагает объединить силы ростовчан в борьбе за озеленение города и спасение легких города. Как вы понимаете, наши рощи, наши деревья – это легкие города. Все это у нас в выпуске «Среда обитания» в четверг. Ну, плюс к этому масса новостей со всех концов нашей области. И я думаю, что вам будет интересно узнать, когда побегут кросс Деды Морозы в шахтах, вот, за что осудили бывшего директора молзавода в Тацинке. Ну и масса всяких других новостей. Все секреты раскрывать не буду. Читайте газету, оставайтесь с нами. Всего доброго.